Занятия во всех школах Петропавловска начнутся 11 января. Образовательные учреждения краевой столицы готовы к приему учеников и началу второго полугодия. Об этом сообщили в мэрии. Там отметили, что территории школ и детских садов полностью расчищены от снега и посыпаны песко-соляной смесью. В администрации также подчеркнули, что эпидпорог по заболеваемости гриппом в городе не превышен. За время зимних каникул каких-либо коммунальных аварий в зданиях учебных учреждений не произошло. Школы полностью готовы к работе. Подпишись на каналы Mass Media News в Facebook, YouTube и Instagram. Смотри новости первым.